родителей, ни тех, кто нас рожал, Дошел. А тех, кто нас воспитал. Класс! Всем привет! Оля, Оля! Всем привет! Сегодня будем смотреть... Волк и теленок. Да, волк. А теленок. Мультик получил 4 награды. Один в Индии, другой в Аргентине. Главный герой здесь был Олег Табаков, который озвучивал волка. Он озвучивал тоже кот Матроскин. Да, я знала, что он тоже очень интересный. Обожаю. Это волк? Какой-то странный. Ну да. О-о-о. Просто украл теленок. Да, видим. Ой, как красиво. Что это такое? Это теленок. Он украл теленок. Какой маленький. Какой хороший. Голос просто бомба. Да. Вкусный, наверное. Вкусный, наверное. Где? Видит, какой маленький. Вкусный, наверное. Мама. Вроде и мужчина. Ты что, вчера родился, что ли, а? Нет, сегодня. А, и другое дело, и другое. Понимаешь? Ладно. Спи пока, мист. Там разберемся, кто я тебе, мама или папа. Пока разберемся, какой тебе мама или папа. Такого маленького, такого несмышленого. Даже неудобно есть. Ну да, да, я согласна. Растет немного. Вещи прибавить, да-да. Ой, я сейчас как волк. Я хочу спать. Нет, это волк как-то странный. Ну да. Растет немного. Умный такой. А мне нравятся усы. Видишь? Такой. Ой, бедненький. Он плачет. Он хочет молоко, по-моему. Мама хочет. Есть хочу. Как ребенок. Есть хочу. Ой, очень красивое все. Милый, да? Все, ну здесь ничего. Ничего. Я мычал. А кто это? Вот. Лиса. Ой, да. Регулярно. Ой, волк, давай лучше мы его съедим. Это кто? Лиса? Да что ты? Что ты? Он же такой маленький. Верно. Она такая. Хитрая. Тогда его станет больше. Ой, как красиво все сделано. Да. Очень. Что ты говорила? Давай. Давай ее съедим, да. А, ты поняла? Да, он просто показал. Да, показал. Му. Это коса? Ну, да. Угу. А я это не ждала. Они же кушают. Да. Еще. А, да, она съела еще молоко, вот. Что это? Классно. Супер. Ух ты, какой доволен. Да. Хорошенький какой. Ты иди, иди погуляй пока, а я тут по хозяйству. Только осторожно. А он же любит его. Да.
Детям чистота. Я тут по хозяйству. Они в грязи расти не могут. Ребенка в грязи расти не могут. Да, вот это правда. Да. Стирает вещи. Это что? Что? Делаем, это как? Хавали. Стираем теленку. А, лиса говорила. Ты еще с ней собирался. Он курит? Да. Ну, собирался, собирался. Посмотрим. Ну, бывай, отец. Что, покурит? Да. Что? Прикольно. Музыка. Ну что, дядя? Нет! Я тебе покажу, дядя! И чего вздумал ребятенку цыгар? Я покажу. Есть хочу. Есть хочу. Опять. Почитай пока. Про тебя. А это человек, да? Жизнь или сено? Жизнь или сено? Он как бандит, да. Как Питер Пан. Робин Худ. Герасим. Кто хочет? Собачка. Он читает и плачет. Ладно, пойдем. Я покушаю. Такой эмоциональный, да? О чем эта книга? Ты чего? У нас Бушка просто потрясающая. Я больно жалостливая. Я не могу прямо. Он тоже так. Слушай, тут лиса говорила, что ты чегоночка откармливаешь. Что, я? Вообще-то кормим. Значит, поделись. Лиса почему тогда болтливый? Да. Подделим. Все, съели. О, такой эффект. Говорил, что я тебе не родной. Ну ты что, смотри, во, вылитый я, понял? Ага, есть хочу. Вот тот с зубами говорил, что я тебе не родной. Ой. И голос. Поменял. Класс! А он и старый уже, видишь? Волк! Он искал работу, чтобы кормить. Ага, чтобы кормить, да, ребенок. Теленок. Ради еду. А, помогаем. Понятно, все понятно. Потому что бык уже хочет есть, и у него нету чем кормить. А где мужчина? Внутри. Угу. Внутри кастрюли? Или где? Наверное, невкусный или вкусный? А что он готовил, интересно? А где эта дедушка? Почему так большой? Кушай. Кушай. Ага. Они все хотят кушать. Ты уже подрос. Да вы что? Он еще маленький. Ничего. Нам хватит на... Не дам. Мой он, мой. А сейчас будет общий. Будет общий. Не надо. Может, не надо? Надо. А может, не надо? Ой, как зомби. Да, как... Смотри, какой красивый волос у теленка. А что он сделает? Он уже бык. Еду, которую съел, он стал большой. Что это за еда была? Да, интересно. Ага, ага. Бегай, давай, 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 давай. Ну, я говорил, что не надо.
Ты говорил, что не надо. Папага. Папага, да. Мама, мама. Класс. Нам понравилось. Да. Да, очень-очень красивый мультик. Не мультики, а это кукольный мультик. Кукольный мультик, да. И я считаю, что это мой любимый. Потому что я чувствую, что когда я смотрю, это как реальность. Не только рисунок, да. А вот так. Ну что, тебе понравилось? Да, очень. Особенно это момент, когда мама, мама. Ну, тут как раз я мужчина. Отдыхай, пока мы разберемся, что я тебе буду мама или папа. Спи пока, мист. Там разберемся, кто я тебе, мама или папа. А запомнила какую-нибудь фразу? Да, фраза там была... А, это фраза, которую я говорил, может быть, не надо. Да. Вот это. Ну, я же говорил, что не надо. А мне очень понравилось, когда он говорил, что дети расти в грязь нельзя. Он украл теленка, но все равно он воспитал теленка как будто свою. Они не родные, но это не важно. Не важно. Говорит, что родители не тех, кто нас рожал, рожал, а тех, кто нас воспитал. Ну да, вот, вот так. На самом деле, что надо себе знать внутри сердца и понять, насколько хороший и кого ты можешь любить сильно, как Бол любил теленок. Да, потому что все говорили, что мы разные, как Бол, теленок. Теленок – это еда, а это не друг. Для него, да. Да. И оказалось, что мы можем быть разные, но мы можем быть друзья. Да, но всегда есть лиса, которые все помешают, но лиса всегда получает свое. Хорошо. Свое пум-пум. Или жу-жу. Звучка? Звучка круто. Просто очень нравится Олег Табаков. Голос. Просто восхитительный голос. Очень-очень прикольный этот мультфильм. Да, мне понравился этот мультфильм, да. Вам тоже понравила Болик Делена? Посмотрели когда-нибудь? Пишите в комментариях, ставите лайк на этом видео. Увидимся на пока-пока. Пишите в комментариях, что вы думаете. Подпишите на канал. Чао-чао. Пока-пока. Мне понравилась там одну фразу, когда он уже рассел, говорил: «Слушай, ты, тот парень с зубами, наружу зубами, говори, что я тебе не родной. Ты что, смотри, вот ты, вот я».